Приветствую вас на канале Телетурист. И судя по всему, в Крыму наконец-то весна. Я сегодня выбрался в небольшой, буквально несколькочасовой поход на гору Крестовую. Высота ее относительно небольшая, 450 метров. Есть горы и повыше, но все-таки это уже природа. Лес, горы и все это в шаговой доступности. Это плато горы Крестовой. Размеры его примерно 100 на 200 метров. А сама скала является типичным отторженцем. Когда-то она откололась от гряды Ай-Петри. И пока отходила на 1,5 километра, треснула в двух местах. Трещины эти хоть и засыпаны камнями, но хорошо просматриваются. Подняться на гору Крестовую очень легко, даже неподготовленному туристу. Она находится непосредственно возле южнобережного шоссе. На вершину ведут две тропы. Первая покруче, вторая более плавная. Дистанция у них одинаковая, живописность тоже. Так что можно подняться, например, по одному маршруту, а спуститься по другому. К слову, на первом маршруте расположена контора лесничества, где у вас могут спросить пропуск. Нахождение на территории заповедника допускается только при наличии пропуска. Для крымчан процедура его получения предельно проста. Его можно заказать на сайте заповедника и сразу скачать. А дальше можно распечатать, а можно предъявить на телефоне. На вершине горы Крестовой в 12-13 веках находилась крепость, построенная таврами. Называлась она Алупка-Исар. И по мнению археологов, это была самая крупная крепость на южном берегу Крыма. Остатки цитадели этой крепости сохранились до наших дней. И это не Диснейленд, как, например, часть городища Херсонеса Таврического, которая была не откопана, а просто построена и приведена в соответствующий предполагаемому возрасту вид. В низине между Ай-Петри и горой Крестовой находится великолепный сосновый бор. Проходящая здесь дорога еще до революции при царской России использовалась для конных прогулок. И, кстати, была одним из любимейших мест для этих самых конных прогулок графа Воронцова. Деревья здесь примерно одного возраста. Крымская сосна живет около 500 лет. По этим деревьям вполне можно сделать вывод, что им не меньше лет 100.
Гора Крестовая получила такое название, потому что в 1837 году посещавшая Крым императрица Александра Федоровна вместе с графом Михаилом и графиней Елизаветой Воронцовыми поднялись на гору и установили здесь деревянный крест. С тех пор гора называется Крестовой. Однако имеется нестыковка, что очень часто бывает в истории. Гора, на которую они установили крест, находится восточнее, в Орианде. Там тоже есть гора Крестовая, и их довольно часто путают, поэтому крестовые-то они обе, но если речь идет о императрице и Воронцовых, то подразумевается та Крестовая гора, которая в Орианде. Причины появления у нашей горы названия Крестовая, к сожалению, неизвестны. Друзья, небольшая рекламная пауза. Как вы все знаете, сейчас высока вероятность блокировки YouTube в Российской Федерации, поэтому все блогеры ищут альтернативные площадки. Кто-то пытается пересидеть в Телеграме, но самая большая ценность для любого блогера – это, конечно же, его аудитория. Вы, дорогой зритель. Чтобы не потеряться, я, наверное, скажу так. Найти меня будет легко во всех других соцсетях по уже привычному вам названию «Телетурист» и логотипу. Я думаю, не потеряемся. До встречи. Это памятник архитектуры, домик, в котором живет Михайловский родник. Гостей он не принимает, но приемная у него все-таки есть в виде малого Михайловского родника, расположенного чуть ниже. Возле него всегда много людей. Домик этот в 1907 году построил некогда главный ялтинский архитектор Краснов Николай Петрович. Самой известной его работой является проект Ливадийского дворца. Ну а на сегодня все, друзья. Наша небольшая горно-лесная прогулка завершается. Мантру ютубера вы знаете. Лайк, подписка, колокольчик. Все ссылки на все в описании. До связи.